участвовать в этом заседании можете? 15 лет назад, свои 28, Александр Агеев сорвался с высоты. Он был промышленным альпинистом. Выжил, но получил травму головы. Следователи установили, что за 2 года до этого, в декабре 2004-го, он с 2 своими приятелями убил 22-летнего молодого человека. Бабик пришел домой, вывезли его из Халева на Карл Маркес, там сутки питали, потом в Араксину. Через 3 дня уже я морды нашел. Как следует из материалов дела, Александр Агеев, друзья его называли Косой, и 2 его приятеля, Назаров и Карасев, забили молодого человека до смерти. Мотивом стало подозрение в его причастности к ограблению их игрового салона. Мужчины, как установили следователи, пытали его несколько дней, ломали руки и ноги. А когда парень скончался, они бросили его тело за городом. Когда его где Раксина, где переправа, декабрь месяц, он еще, наверное, как живой был, они говорят, вот это Косой прыгал, когда его вытащили оттуда. Он упал, он уже ноги, руки сломаны были, они все издевали. И вот это Косой, говорит, когда я слышал, что ребята вроде Косой виноват на Илью, но не умер, если он не прыгал на него. Он прыгал на спину, и там все у него оторвалось. Вскоре выяснилось, погибший молодой человек к ограблению салона не был причастен. Назарова и Карасева быстро задержали. Они уже вышли на свободу после заключения. Про Агеева тогда не рассказывали. Сделали это только в марте этого года. Сам Александр Агеев уверяет, что ничего не помнит. Все эти лица, которые были привлечены к уголовной ответственности по этому преступлению, в своих первоначальных показаниях никто из них не упомянул Агеева как лицо, которое причастно к этому преступлению. Сегодня в Кировском суде Казани ему зачитали обвинение. Свою вину подсудимый не признал. Елена Саляхова, Константин Бушуев. Вызов 112.